еще победы. Потоки времени произошли серьезные нарушения, и они произошли на Земле. Невозможно. Да, связь была закрыта, а эксперимент завершен. Связь потеряна, но опасность остается. Для того, чтобы восстановить нарушение в потоке времени, мы должны послать нового агента. Позволим же испытанию начаться! Аспинатор выступит за защитника. Аспинатору нравится защита. Чуть больше защиты. И, возможно, аспинатора не будут постоянно взрывать. Похоже, это будет последним, что я услышал. Двухголовый сбросил Мегатрона в огненную яму. Мегатрон рассердится, думал, двухголовый предатель. Нужно наказать двухголового. Аспинатор, ждай это. Защита закончила. Как всегда, блестяще, да? Хидакуны, каков будет ваш приговор? Не хочешь что-нибудь сказать, прежде чем приговор вступит в действие? Я знаю, я поступил неправильно, босс. Дайте мне еще один шанс, я клянусь, я все для вас сделаю. Очень хорошо. Скажи мне, почему Тарантул собирался уничтожить ковчег? Я правда не знаю. Зато я знаю, что паук надул нас обоих. Я буду счастлив отыскать его для вас. И надрать его зад. Проклятый паук. Я одобряю твои хорошие намерения. Но мы не будем снисходительны к предателям. Тревога. Тревога. Отложите огонь. Обнаружен внешний сигнал. Приближается к планете. Тебя разорвало, Мегатрон! Ты нарушил мои планы! И планы Три Предакус Совета тоже! Тревога. Тревога. Обнаружена инопланетная энергетическая подпись. Сектор 937. Так инопланетяне снова заинтересовались нами и возвращаются. Как удачно. Столкновение с базой через 4 цикла. Защищайте базу! Что с предателем, Ваше Величество? Я решил поберечь его. Пока. Спасибо, босс, вы не будете сожалеть об этом. Да, конечно, если я, то ты будешь сожалеть. Теперь отправляйтесь на свой пост. Так, если это не комета, то что это? Кое-что, чего я надеялся, мы больше не увидим. Ринокс Оптимусу. Столкновение с базой через 1,4 цикла. Открыть огонь из всех орудий!
ваших выстрелов нет никакого эффекта. Выпущена инопланетная радиация. Все основные схемы затронуты. Внешний щит слабеет. Нет, не сейчас! Ваше Величество, колония будет уничтожена! О, Мегатрон, что нам делать? Что нам делать? Покинуть базу! Похоже, что битва зверей окончена. Для предаконов! Эй, что с вами, ребята? Мы должны праздновать! Это горящий кусок космического мусора решил все наши проблемы! Это не кометы. Их силы и возможности куда более масштабные. И они чужие на этой планете. Они вернулись. Как всегда, и пророчил Тарантул. Колония! Посланник Бока. Твоя форма изменилась, но я узнаю тебя, Мегатрон. Бок обвиняет тебя в преднамеренном разрушении места и времени. Сдавайся, и немедленно. Применение силы непозволительно. Мегатрон не сдастся. Мы победим! Предаконы в атаку! Во всяком случае, на этот раз Оспинатор не один, а с компанией! Твоя сила удивляет! Черт, о, черт! Не знаю кто, но он сделает из предаконов солдат! Итак, теперь мы можем радоваться! Ринекс, направь туда читера и скажи ему, чтобы он не вступал в бой, пока я не доберусь туда! Я надеюсь, я сделаю это вовремя! Подожди минутку, я что, пропустил здесь интерфейс? Ты хочешь помочь Мега-попрыгунчику? У Мегатрона искра Мегатрона настоящего. Если она будет уничтожена, возникнет временной шторм, который может уничтожить Кибертрон, и мы все это знаем. И когда та летающая плацатая киска покончит с моими старыми друзьями, как ты думаешь, куда она направится потом? И как раз тогда, когда дела пошли на лад. Мы все погибнем. Мегатрон, я даю тебе последний шанс. Сдавайся, или будешь уничтожен. Я даю тебе. Никакого шанса не даю.
Я прибежал с быстротой галактики. Что здесь происходит? Кое-что, в чем ты не участвуешь. Позволь силе Вока покончить с этим. Теперь это мой мир. Для тебя в нем нет места. Как и для могучего Мегатрона. Теперь это мой. Оптимус. Все это становится интересным. Я Оптимус Прайм, лидер Максимала. Я не причиню тебе вреда. Вок хорошо тебя знает, Оптимус Прайм. Мы поговорим, когда моя первая программа будет завершена. Я не могу позволить тебе уничтожить Мегатрона. Разрушение места и времени, причиняемое им, должно быть остановлено, прежде чем усугубиться. Уничтожь его и сделаешь только хуже. Вмешательство недопустимо. Необычный тип. Теперь ты мой. Где я? Тигатрон, Рейзер, вы вернулись? Нет, подождите! Должно быть. А? Это не сон. Звезды туманности. А, ты пришел в себе. Тарантус. Вок всех вас хорошо знает. Вок? Какое простое название для такой высокомерной расы. Продолжай вырываться, если тебе это нравится. Всего за несколько кликов мой Дейтатракс разрушит воздействие на тебя инопланетного влияния. И тогда ты будешь служить мне.
Я никогда не буду служить такому злу, как ты. У тебя небольшой выбор. И пока ты будешь разбираться с максималами, я закончу уничтожение ковчега. Ты не можешь. Это вызовет временной шторм, который уничтожит всю нашу расу. Только произошедших от автоботов и десептиконов. Но я и Совет Репридакус имеем другие истоки. По нашему замыслу, Кибертрон звоют Вселенную и твой драгоценный ВОК. Безумец. Кто бы говорил? Загрузить и выполнить дейтаграмму Зенон. Отлично! Ничего себе! Поговорим о твоих ненормальных соучастниках! Тайгер Хофк? Энергетическая перегрузка неизбежная. Самое время для кота убираться отсюда! Читер! Читер! Бигбот, как ты сюда добрался? Ты оставил довольно большой след. Оптимус! Что это? Старые друзья. Что со мной случилось? Тайгатрон и Эра Рейзер вернулись домой. Домой? Да. Это дом. Теперь я вспомнил. Кое-что изменилось. Кем я стал? Теперь ты Тайгер Хофк. Максимал, как и мы. Тайгер Хофк? Мне нравится, как это звучит. Есть еще множество вопросов, нуждающихся в ответах. У всех нас. Но сейчас добро пожаловать домой. Кое-что изменилось. И очень сильно. Продолжение следует...